Меня зовут Петр Петренко, я живу в Вене. И мы в Вене присоединились, я из России, мы в Вене присоединились к глобальной акции Russians Against War. Что это значит? Это значит, что мы из России, и мы не, для нас война не является приемлемой. Война, которую Россия развязала против Украины. Мы за немедленное прекращение России боевых действий в Украине. Кроме того, мы не можем оставаться равнодушными к тем преследованиям, которым подвергаются все, кто выступает против войны в России. И поэтому мы выражаем нашу солидарность не только с народом Украины, но и с теми, кто задержан в России за мирный антивоенный протест. По поводу войны, поддерживаете ли вы восстановление территориальной целостности Украины в международных границах, включая Крым? Мы за вывод российских войск с территории Украины. По поводу других вопросов, здесь разные есть мнения, и я не могу говорить за других людей. Ну, а вы лично? Я не считаю, что целесообразно мне сейчас об этом говорить.